соблюдать правила этикета, уважать старших, воздерживаться от насилия. Ну, соответственно, если вы воин, а вы воин, вы должны не допускать этого насилия в отношении тех, кто слабее вас. Геннадий Соловьевич! Ос! 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 Кто присядет больше всех, раз, тот получит весь приз целиком. Так оно видно будет. Прикольно. Классно. Приседаем с прямой спиной. Таким вот образом приседать не надо. Вот так вот. Ширина плеч. Попа должна быть ниже колен. Так, судьи. Судья тот, который будет приседать следующий. Он, допустим, попа ниже колен, не это самое. Не засчитывается. С правилами все согласны? Да. Есть какие-то доработки этих правил? То есть что-то может изменить, нужно изменить. 4, смотри, попу. 5. 6. Опускается. 2. 3. 4. Отсюда не видно. 5. 16. Это замечание? 17. 18. 19. Замечание? 20. Сбоку мне не видно приседания. Раз. Я бы на первом запорол бы все это делал. То есть я думаю, что нужно ниже приседания. 10. 110. Раз. Два. Правила существуют для того, чтобы им следовать. Если мы не будем следовать правилам, то есть у нас какой-то вот уровень оценки наших действий, наших событий, он будет нарушен, а мы допустить этого не можем. И смотрите, 4, чтобы не было, 5, 6, смотри, чтобы там потом не было, видно, что ты грамотно не судил. 10, молочки хочется ограничить, 1, 2, 3. То есть надо принимать было решение. То есть истина, от которой никуда не деться. То есть все видят, кто правильно делает, кто неправильно. Кто унес конфеты, это один человек, как бы, да? Кто делал, допустим, технично правильно, грамотно, это другой. Чтобы не получалось так, чтобы в результате действия общественности этот человек как-то страдал постоянно. Так, ну, бывает иногда. Чтобы не свой побеждал, а тот, который действительно заслужил это. Чтобы вы научились не проходить мимо тогда, когда отразится что-то нехорошее, вы обязаны мешаться. Где-то что-то не позволить, чтобы произошло. Где-то что-то, ну, сказать, что было не так, а вот так вот было бы все как бы. Ну, то есть честно, чтобы достойно это было. Вот. Отомри! Свою точку зрения я тоже скажу. Ты сделал вот такое количество, сделал технически гораздо ниже уходило колено, понять, то ли да, то ли нет. Никогда не смотрите, когда творится что-то беззаконие, какое-то безобразие, либо что-то, всегда нужно свою позицию как бы говорить. У людей подобных, как бы, частенько много врагов и проблем. Ну, по ряду объективных причин. То есть иногда, когда ты помогаешь, может получиться так, что ты в итоге еще и крайним окажешься. Так тоже бывает. Чтобы вам потом самим не было стыдно. Человек, вне зависимости от того, что бы ни происходило, грозит ему опасность или нет, он должен поступать достойно и правильно. Человек приседает 10 раз, палочку кидаем. Сегодня мощнейшая заруба наша. Кто присядет больше всех, раз, тот получит весь приз целиком. Приз состоит целиком из наших конфет. Каждый, кто принес, можно положить вот сюда. Вот сюда. Раз, так, чтобы это было видно, короче. Оп. Так оно видно будет. Прикольно. Классно. В общем, этот наш приз охватит тот, кто присядет больше количества раз. Спортсмен присел 10 раз, палочка выкидывается. Присел 10 раз, выкидывается. Оговариваем правила.
Если спортсмен там приседает, раз такой, вот это не надо делать. То есть не надо выдерживать паузы там сколько-то как-то. Как? До 5 секунд нормально, если нормально. То есть сбился, можно продолжить. А не сбился, то есть не продолжил, дисквалификация, чтобы вот вы понимали вот эту ситуацию. Перестал, начал отдыхать, на этот счет прекращаем. Приседаем с прямой спиной. Таким вот образом приседать не надо. Вот так вот. Ширина плеч, ручки подняты на уровне подбородка. Присели, попа должна быть ниже колена. Встали. Присели, встали. Присели, встали. Паузу длительную, когда встаете, приседаете, не надо делать. Если сдались, физически, психологически говорите ОС, вышел. Считаем на этом как еще закончено. ОС. Так, а сейчас нам нужно взять это все где-то что-то записать. Мы берем ручку, ну, нам же результат нужно будет тоже какой-то зафиксировать этот, соответственно, правильно же, да? Берем блокнот. Раз. И результат будем этот фиксировать. Записываем фамилию. Вверх поднялся один, а не так, что один,
два, три, там, девять, и потом он просто ложится, а он уже засчитался, но не встал. То есть такое приседание не считается. Цикл присел, встал. Попа должна опуститься ниже колен. То есть либо на 90 градусов сбоку, если посмотреть, да, ширина пояс, ширина плеч, присел так, чтобы здесь было меньше 45 градусов, меньше 90 градусов, ну чуть пониже как бы. Раз, чтобы усилие было какое-то на выполнение, а не просто как бы так, чуть-чуть, раз, потому что у нас дети многие не делали, но они косячат, короче. Да и взрослые чего делали, тоже косячат. Приготовились. Так, секундомерчик возьму сейчас. Опа. Возьму секундомер. А давайте... Давайте. Ограниченное время, типа, чтобы... Кто за определенное время? Можно 5 минут сделать. У нас же как бы задача-то была сделать, кто больше сделает приседания. Если мы ограничим, мы будем соревноваться в дисциплине, кто будет быстрее приседать. Ну, по логике вещей. Ладно, хорошо. Сейчас все вижу. Ну, как бы, идея хорошая. Сейчас самые дети. Приготовились. К скорости цепляться мы не будем выполнения. Но так, чтобы она заведомо не была такая. Присел, встал. Раз, два, три, четыре, пять. Присел, встал. Ну, это уже как. То есть видно, что спортсмен делать немножко, скажем так, не может. Соответственно, стоит его спасти здоровье. Вот. Макота? Ос. То есть уже вмешиваемся, как бы, и прекращаем. Чтобы в этом случае было без обиды. Хорошо? Приготовились, по свисточку начинаем. По свисточку. Ус. Выдал. Раз, два, три, четыре, смотри сбоку. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, попа опускается, 2, 3, 4, отсюда не видно, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2 палочки, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, это замечание, 17, 18, 19, замечание, 20. Раз, два, две палочки, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ус. Десять раз. Пойдем. Раз, два, три, четыре, пять, 60, 70. Осель записываем 70 приседаний. 70 приседаний в скобочках количество замечаний. Ну, чтобы вы понимали, там, если мы будем возвращаться к этому. Сбоку мне не видно приседания. Раз. И почему я не стал как бы сам принимать решение, я бы на первом запорол все это делал. То есть я думаю, что нужно ниже приседать. Нас заставляли в 90-е годы приседать ниже. Как бы, поэтому я переложил эту ответственность на следующего человека, который должен сам понимать. А правильно я принял решение, там, допустим, на предыдущем спортсмене. Есть ли критерии, которым следует следовать? Как бы? Саня, чего ты там с какой? Ничего. На роликах катался? С передним тормозом велосипед будешь тормозить. Я тоже тормозил. Я на тренировку в Шихан ехал с горки, короче, тормознул. Он тормознул, и я там. Но я красиво кувырок сделал, назад раз, наверх. Кидали мне раз, цепь, естественно, уже не работал, но я еще не просто ехал с горки. Приготовились.
Панина Дарина, да, и... Да. То есть тебе сложно будет, потому что ты не знаешь, что все остальные сделают. То есть 71 сделаешь, ты выиграешь только ай-7. Ты не знаешь, остановиться ли на 80, остановиться ли на 90, или на 150, или на 300. Понимаешь? А вот в следующем еще легче, когда вы будете. Приготовились. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подпадать никого не буду. Три, чтобы честно было, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 2 палочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 палочек. 1, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10. 1, и 2, и 3, и 4. И 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10. Раз, два, три, дышите. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 100. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 110. Раз, два. Ос. Ос. Два раза. Что у меня есть? Все хорошо? Точно? Точно хорошо. Набо. Назад подходит. Ножки выпрями. Два раза было, да? Молодец, не сдавалась. Как самочувствие? Нормально. Стоп. Считаем вместе. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 и 2. 112. Ошибок нет. 112. 112 раз, Ирина Алексеевна. Это вот с учетом того, что ты полтора года практически не тренировал. Вот и сегодня не тренировалась, и в легкую сделала 120 раз. Так, следующий у нас Мурат Егор. Ну, мы не можем разрешить, потому что мы приняли правила. Правила существуют для того, чтобы не следовать. Если мы не будем следовать правилам, то есть у нас какой-то вот уровень оценки наших действий, наших событий, он будет нарушен, а мы допустить этого не можем. Не готовились. Ну ты хорошо, классически делала вообще очень-очень хорошо, как бы всегда низко и очень близко, как бы достаточно. Приготовились. Раз, два. Три, смотрите, четыре, чтобы низко было. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20,
раз смотри, что там потом не было. Видно, что ты уже грамотно не судил. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, Карина, пишу, пиши, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, раз, два, секунду, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, остался без конфет, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, аккуратно, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Бери ножницы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Молочки хочется ограничить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Последние 10 раз. Раз. Палочки кончились. Три, четыре, две пачки, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я моя. Ос. Не падай. Если я не судья, я могу сказать ошибки? Да, можешь. Я думаю, что можно. Он приседал 90 градусов, и он ногами делал неровно, а вот так и очень широко, как бы. Вот это в правилах было? Ну, в правилах у нас было садиться не вот так, а вот так. И ниже, ноги... Ниже, да. А он вот так все время приседал. А где ты раньше была? Три ошибки зафиксировали, все, как на соревнованиях. Не зафиксировали, вылетело. Потому что надо было не болтать с человеком, который тебя отвлекал, а поступать так, как правильно. Потому что он судьба, судья это судья. Есть главный судья, есть боковые судьи, правильно? То есть надо принимать было решение, потому что когда ты не принимаешь решение, ты проигрываешь, да? 10, сейчас подожди, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230. 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, так, 370, продолжай, пожалуйста. Это были все мои претензии. А, и Егор был почти в кибо, а не в приседании. Правила, вы говорили про ширину? Да, мы говорили про ширину. Что чуть, именно? Чуть больше ширины здесь. А там было на 10 квадратов. Я помню, что я говорил, что длинный как бы. Да. Вот это я говорил. Вот. Ну там я специально поэтому включил разглашение правильно, все остальное как бы. То есть, вот там видели, я выложу, будут смотреть, и то, что ты не принимал решение, это все увидели. Да? Если ты их не принимал, соответственно. Потому что я не берусь судить. Правильно это или неправильно было, как бы, то есть есть истина, от которой никуда не деться. То есть все видят, кто правильно делает, кто неправильно. Кто унес конфеты, это один человек, как бы, да, кто делал, допустим, технично правильно, грамотно, это другой. Чтобы не получалось так, чтобы в результате действия общественности этот человек как-то страдал постоянно, как бывает иногда. Чтобы не свой побеждал, а тот, который действительно заслужил это. Вот это решение нужно как раз в конце будет и принять. То есть, чтобы и дзюку не нарушался, и честь, достоинство принятия решения не нарушалось. Чтобы вы научились не проходить мимо тогда, когда отразится что-то нехорошее, вы обязаны мешаться. Где-то что-то не позволить, чтобы произошло. Где-то что-то, ну, сказать, что было не так, а вот так вот было выглядеть все как бы, ну, то есть честно, чтобы достойно это было. Вот. Через месяц повторим. А в конце раза поднимаем. Под видео, чтобы посмотреть, как оно. Какой-нибудь уровень. Мне больше всего интересно палочки-то.
две пачки кончились, у нас 370 машин. Я не знаю, сколько должно, я не считал. Но должно круглое быть. Ну да. Вот это мне интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 палочек. Их пока-то специально мы покупали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. То есть тут 17. А должно быть 20. А должно быть 20, да. Ну, где-то что-то, три палочки. Сохранились. А вам кажется, что они где-нибудь под глазами? Может быть, может быть, может, то есть где брал, то есть играли, что тоже так. Я ж не слежу так вот. Не считаю каждую вещь. То есть все чисто вот, ну, на честь и достоинство 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. То есть 3 зеленых где-то нету. Надеюсь, под закладку никуда их не использовать. Еще смотрите ситуацию. Частенько на соревнованиях бывает ситуация, когда кто-то один говорит, ну за такой слабый удар засчитывать нельзя в голову, малаш. Что это коснулся, и все, мы что, валентацией занимаемся. Удар должен быть как бы виден. То есть должен быть результат, чтобы человек показал. А остальные могут не сказать по ряду причин. То есть и политических причин, и знакомств, и так далее. То есть вот, говорить надо всегда в этой ситуации, если вы считаете, что вот это так и есть. То есть, исходя из этого, у кого-то есть что-то добавить к тому, что Галина говорила. То есть поддержать либо сказать, что... Я поддерживаю, правда, он приседал достаточно низко. Василий? Тоже поддерживаю, я даже не знаю. Саня? Саня? Отомри! Только соль портит людей. А? Соль портит людей. Только? Соль. Соль? Соль. Ты ешь соль? Соль портит людей, говорят. Так, следующий. Ну, а ты судишь. Саня, Коля судит. Коля судит. Саня плохое, это, будет так типа сидеть. И плюс к этому, смотрите, еще будут это видео смотреть, я залью его. Чтобы вы потом тоже посмотрели и подумали, а правда ли была как бы или нет. Ну, свою точку зрения я тоже скажу. Естественно, как бы. Приготовились? Так. Девченька, Саша, приготовились, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, это не считается, одиннадцать, двенадцать, 15. Где надо следить? 14. Чтобы не наклоны были, а чтобы ноги работали. 15. Попа, чтобы ниже колена опускалась. Один из критерий. 16. 17. 18. 19. 20. Стопы считаются? А? Стопы считаются? 23. 24. Ну, приподнял, нет. Не будем считать. 25. Я в плане какая-нибудь чистая. 27. Ну, мы это не оговаривали. 28. 29. 30. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Считается то, что мы оговорили. Два, три, четыре, небольшую, пять, свободное для творчества дадим. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, молодец, шесть, семь, восемь, качественно, девять. Пусть это были 10 твоих, но они были твоих настоящих, честных, тех, которых ты сделал по-настоящему, а не наполовину. Два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Восемь. Ос. Восемь. Живой? Да. Точно.
Точно? Точно. На шатырь чего? Нет. Кувалды? 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, так, 60 и 8, 68. Замечаний были? Не были. Пусть ты сделал вот такое количество раз, как бы, да? Но делал технично, то есть попа гораздо ниже уходила колен, как бы, а не та, что не понять, то ли да, то ли нет. Никогда не смотрите, когда творится что-то беззаконие, какое-то безобразие, либо что-то, всегда нужно свою позицию как бы говорить. То есть нельзя допускать, как бы, что кто-то нарушал правила, кто-то еще что-то. У людей подобных, как бы, частенько много врагов и проблем. Ну, по ряду объективных причин. То есть иногда, когда ты помогаешь, может получиться так, что ты в итоге еще и крайним окажешься. Так тоже бывает. То есть все очень сложно, но вот, допустим, то, что касается нашего сегодняшнего состязания, нужно и ваши дальнейшие действия, то есть в карате, в соревнованиях, в судействии, чтобы это было все по-честному. А так? Пас. Чтобы вам потом самим не было стыдно. Так, и у нас дело. Николай. Приготовились. Смотрите внимательно, чтобы кто-то там, если не судит, допустим, чтобы судейство было четко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, это замечание? Да. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы были больше приседания, а не наклоны. Больше смотри. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чтобы не было самообмана. 8, 9, 10. Это замечание? Есть замечание? Ос вышел? Гоша вышел? Ой, Коля вышел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Записан. Горелов Николай, 70 раз. Гоша, если честно, что? Там, мне кажется, только одно замечание. Вам просто кажется, иногда авточитая иллюзия бывает. Правильно, я смотрю. Только чего? Только первое время немного высоко, правда? Ну, Санька тоже сначала не так низко было, да? Потом взял и начал гораздо ниже. Там. То есть первый раз пикником, то есть ничего не скажешь, как бы, критерий не нарушен был, скажем так, да? Приемлемо, а потом еще ниже стал. Ну, то есть ноги размял и пошел. Да. Вот. В том числе я смотрел, кто следующий выйдет. Как бы. У нас же нету того, кто после тебя, как бы. Да, я согласен, что это все. Мог выйти тот, который по кругу вот так вот раз, и вы инициативный кто-то. То есть вот я смотрел, кто будет по кругу или инициативный. То есть вот каждая вещь такая, в каждом вашем поведении, когда что-то мы делаем, я смотрю, как вы что-то делаете. Кто исполнитель хороший, кто у нас там пока-то должен выступать, кто у нас лучше по кумитере, кто там пока не повыступает и так далее. То есть вот этот, кто будет тренером, смотрите заранее вот такие моменты. Наблюдайте, что
по поведению спортсмена было понятно не то, что вы хотите, чтобы для него было, а то, что более полезно и результативно. Ну, это разные вещи. Хотеть, полезно, результативно. Приготовились. Ну, сколько? Нестаров Георгий записал уже. Раз, два, прикиньте, победитесь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сложнее всех ему. Раз, он длинный, ноги длинные. Два, три, дыши. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двадцать. Следующий 68 результат. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Или отклонись. 12, 14, 15, 16. Замечание? Да. Какое? Что он не скипался, не подался вперед. Сильно. А сейчас пауза большая. Ну, выслушивал, делай. Может? Это замечание? Да. Это замечание было, он наклонялся вперед, а и не делал приседания 3, 4, а? 5. Он делал приседания. Сам по себе наклон делает. Сам по себе наклон, он не делает ничего плохого. Если ты наклон делаешь за счет того, чтобы ниже касаться, как бы, а не приседать, вот это плохо. 10 будем считать. 11, я сбился. 12. 13. В воздухе висит потом на судьбе. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20, раз, 20 это 2, да? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Саня перегнал. 9, вот сейчас перегнал. Но если я не сбился, я потом посчитаю там. Дело не останавливается, я посчитаю там. 3, 4, 5, 6. Больше сначала наклоняется, а потом приседает. 7, 8. Не клонись вперед. 9. Снизу ровненько. Но ноги сгибай. 10. 11. Поднимай вперед вес, да. 12. 13. 14. 15. 16. Вперед наклонись. 17. 18. 19. То есть вставать надо с прямой спиной, а не просто ноги поднять и выпрямиться. 20. Раз. Два. Я тут разбирался, потом посчитаем там. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Это замечание? Да. Какое замечание? Чего именно? Поднимает. Мы не говорили про крюк-пяток, да? Было, я клопал. Да. 3. Ну я посмотрю потом результат. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10.
90 раз ты обогнал. Молодец. Нет, все, еще раз. Давай делай, не говори ничего. Раз, два, три. Конфеты пополам. Четыре. Второе дыхание. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Сто. Раз. Два. Три. Четыре. Ну ты слишком вперед внесся. Пять. Ты про это? Шесть, да? Про это говоришь, да? Ну, это замечание засчитаем. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. У вас. Молодец. Двенадцать. Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемь, девяносто, сто, сто десять и два, сто двенадцать, да? Да. То есть ты присел так же, как и Галина. У тебя стоит... Да было много плавок. Сколько ты делала замечаний вот именно того, что человек приседает? Вниз приседает ровно, ноги выпрямляет, а потом корпус. То есть он... Сколько было таких? То есть мы пишем два приседания, ну, две ошибки. Как бы, ну, их, по идее, можно было больше засчитать, потому что приседать таким образом, когда ты присел, ножки выпрямил, а потом уже разогнул корпус, не совсем правильно. Почему? Потому что ты не поднимаешь целиком весь вес. Понятно, как бы, чтобы он не победил, как бы, дали немножко побороться, потому что человек старался. Раз, человек старался, плюс уровень не такой, два. То есть дать надо было постараться. Плюс он прекрасно понимает то, что он не победит здесь, как бы, да? То, что есть более подготовленные и сделали там. Все, хотя бы Дарину победить. Ну, видите, две ошибки сделали. 112. Ну, Данила, это самое, как бы, ну, все-таки старался, как бы. 112. То есть, во всяком случае... А если я разобрал? Вот так вот. То есть, записываем 112, да? С двумя ошибками. Но надо поработать на паузах, потому что я, конечно, понимаю, что Гоша, он бы слушал, это правильно, но пауза... Мы создавали искусственно эту паузу, как бы, обвинять его в том, что мы выясняем, ошибка это было или нет, как бы, он здесь не виноват. То есть мы не имели права создавать эту паузу, мы должны были как-то по-другому решить это, да? Вот такой момент. Садимся, немножко подведем по этому поводу итог. Все живые? Нет. Мы еще как-то будем делать. Надо нам подвести итог по этому поводу. Что там? Порядочек перевели. Смотрите, какая ситуация. Человек, вне зависимости от того, что бы ни происходило, грозит ему опасность или нет, он должен поступать достойно и правильно, соответственно. Исходя из этого, необходимо следовать какой-то истине, как бы, которую вышли на пути, когда ты это возникает, правильно? То есть на Дзюкуне там все в принципе написано. Есть ли там варианты, то есть источники. Потом старые версии и новые, как бы, да, применительно к нашему времени, там, Урана Бога, будет, как бы, да, то есть, ну, там, везде мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения туда будем определенного духа. То есть это у нас что значит? То есть мы будем не сдаваться. Да. Дословно сейчас прочитаю. Включу свет. Мы будем соблюдать правила этикета, уважать старших, воздерживаться от насилия. Мы будем стремиться к мудрости и силе, не ведая других желаний. И всю нашу жизнь через карате мы будем стремиться исполнять истинное предназначение пути Тупусингай. Мы будем соблюдать правила этикета, уважать старших, воздерживаться от насилия. Ну, соответственно, если вы воин, а вы воин, вы должны не допускать этого насилия в отношении тех, кто слабее вас, женщин, детей. Ну, то есть, быть честным и достойным. То есть, если какой-то несправедливость или что-то творить, можно будет вступиться за человека, не допустить этого. Не проходить мимо несправедливости. Вот. То
есть, если какая-то несправедливость есть, можно ее прекращать. В любом виде формы. Это и защитить кого-то, и не дать обидеть того, который не виноват, чтобы не было того, что виноват один, а взяли свои все на другого, и как бы все взяли и поплевали. Не будет ни хорошо, это недостойно. То есть, когда раз такой, второй, третий, и люди перестанут говорить, что вот это нечестно, это недостойно. Понимаете? То есть, благодаря попытке получить какую-то свою прибыль, хорошее там какое-то отношение, руководителя, либо еще кого-то там на работе, где вы будете работать, там своих друзей, как бы. То есть не стоит делать такие вещи. По поводу вот того, что Даринка сказала у нас, что приседания приемщики как бы такие, как бы. В принципе, я согласен, как бы. Асюха приседала не до конца низко. Асюха знает об этом. Лоша? Но я бы хотела все-таки расступиться и сказать, что все-таки это больше в игровом процессе сделано, чтобы не считать, что дотошно считывать, что ниже 90 градусов, все такое. Здесь именно ну, соревновательный У нас не было локти, поднимаешь, нет, кулаки держишь так, понял, как бы этого не было в правилах, не было этой ситуации, была, да? Мы не говорили, что ходить пятки внутрь, как бы этого не было. Вот. В этой ситуации мы можем как выйти в следующий раз? Когда делать, стул поставили, как бы определенной высоты с ножками отпилили, да? Присел, коснулся. Не коснулся, не это самое, да? Вот такого плана мы можем следить. Либо поставить барьер, присел, до барьера раз, встал. Я считаю, что чисто у нас приседали Галина Алексеевна, Александр Павлович. Ну, чисто делать как до конца, полностью вставали. Садим вначале немножко не до конца. Вот. Коля Горелов, что можете сказать по этому поводу? Для своего возраста и как бы массы он делал достаточно приемлемо, он опускался ниже, чем. Гораздо ниже, чем Корейский, как он опускался. Вот. Гоша старался очень сильно, как бы ему сложнее было всех, ноги длинные. Соответственно, как бы мы это принимаем. Вот. А я если дотошно, как бы начал там так уже гнуться, как бы. Ну, я бы что-то не снимал. Уже можно было снимать. То есть я умышленно создал ситуацию, как бы, да, что не я принимал решение, как бы, дисквалифицировать или нет. Чтобы не было ситуации, что вот, я дисквалифицировал ISL, то если бы я решал, как бы я бы дисквалифицировал начальник. Потому что я постоянно эти замечания делаю, что надо ниже, помнишь, видите, да? Егор то же самое. Широко ноги – это выход из ситуации, когда ты сгибаешь. Ты садишься низко, но сгибаешь ноги не под ниже, чем 90 градусов. Это выход из ситуации, выхер вытянул, но тогда бы победил Магарин. А с какой-то стороны это могло бы расценено быть превратно, и я как бы вытаскиваю человека, которому помогаю на данный момент, как бы и в дальнейшем, естественно, тоже. Я думаю, что это будет несправедливо, как бы, да? Может быть, воспринято как бы остальными окружающими. Вот опять это, она, вот ты вокруг нее, как бы. То есть иногда вот частенько в любой такой ситуации, как тот, который достоин, как бы он страдает. Вот. То есть по количеству раз у нас получается, что Муратов Егор 370, он на первом месте. Раз. А второе место у нас получается. Георгий, у него Игорина 112. Но второе место у нас одно, поэтому как бы мы берем критерии не только количество, но и чистоту, да? Чисто или нет? Ну, ошибки, соответственно, тоже да, потому что Игорина не было, то есть Игорина второй занимает. Ну, под ней меньшее количество, это 112, как бы. Следующий у нас 70. Горелов Николай и Сипулаева Василий, как бы. Исходя из того, что как бы. Что у нас? Опускать ниже Гошу, как бы, это значит, мы не засчитали 112 ни за что, ни про что. То есть мы говорим о том, что мы были неправы. Мы тоже это не можем сделать, да? По логике вещей. То есть, ну, то есть по количеству раз у нас, я считаю, моя точка зрения, что по количеству раз, которые я сделал, у нас побеждает Муратов Егор по качеству, как бы, и количеству раз у нас Дарина побеждает. Если она ниже делала и больше количества раз его. Получается, что это все
забирает у нас Муратов Егор, а с меня килограмм конфет, которые ты пожелаешь сама выбрать. Как на Новый год, короче, приходишь и всю корзинку набираешь конфеты, и я тебе покупаю, чтобы это было честно и справедливо. Но каждый из вас должен думать, почему вовремя он не сказал, когда председатель их отнесет. Честно, это достойно. Все сидим, Егор берет приз. Ну, почему бы нет? И в этом соревновании, которое мы через месяц повторим, но уже с критериями, которые вы сейчас слышали, вы должны будете принять решение гораздо раньше, когда делаете до конца. Потому что, ну, я думаю, что это неправильно. То, что старший пояс, либо там человек более авторитетный, это не должно быть как бы принятие решения. То есть есть еще истина, которую как бы мы не написали, мы тут сейчас можем 112, ой, 370 взять и написать еще нолик. Но это не будет, что ты 3700 присел, правильно? Каждый из нас, который уйдет отсюда из зала сегодня, он будет знать, кто победил здесь. А сейчас. И вам с этим придется дальше жить. Ос, а ты забираешь конфеты. Ос. Ос. Вместе с подушкой. На этом моменте я сейчас немножко выключу. Хотя нет, не буду выключать. Давайте карты сделаем, посмотрим, как ваши ноги себя покажут. Покатать? Построились. Учитывая, что там, где я был, у нас тотальный провал. Чтобы оно как бы не это самое. Ну что, уровень идет у солнца? Добить окончательно, да? А? Ну, ты должна быть сказать. У него еще силы остались, значит, посчитать. Силы остались? Да. Так, количество раз, которые мы записывали, зафиксируем. Вот оно, количество раз здесь у нас. Буду дать. Так, Коля, ты там на том месте мне это самое не сделаешь, ты? Как бы дефолт какой-то. Буду дать. Перекись водорода выпала. Так, сейчас я сложу. Птичку сюда. Подушечку мы убираем сюда. Куда дать? Цукино ката. Тут хватит себе сделать до конца. Делай сразу же. Делай наперед. Думай наперед, что ты будешь делать, либо не делай. Тебе надо научиться принимать это решение заранее. Ей! И вот сейчас посмотрим, как мы себя поведут и как вы с этим самое главное справитесь. Пока там? Ос. Бугурый. Как же мы? Шага назад. Частенько бывает ситуация, когда кто-нибудь
за место третьего делает там кадр, длинная дорожка, он делает четвертый, пятый, шестой. С какой-то позиции даже он такой прошел уже такой вам, долго, короче, да, такой стойки, такой прям на эмоциях. А, уже там? А все уже назад и там. И в этой ситуации даже вот Шихан никакой не будет кричать, орать, ты что там, это самое как-то не. Это, ну, милое такое дело, когда человек увлекся и вот он прямо это такой вот на эмоциях, такой прямо погруженный процесс такой, это как, ну это Ингрид считает, хорошо, это здорово. Это скорее всего из-за Янса, мы же так делаем раз, и мы его в последний раз вроде делали, и у меня наработано после этого сразу туда и назад. Вот возможно. Это скорее всего это. Возможно. Задайте. Теншн. Ей. Бугуры. Хаджима. Бога, снизу дышать надо. Вот здесь. Как ваши ножки? Нормально.
пятницу домашнее задание. Каждый должен придумать свое авторское как. Как в экзамене на третий дан. В России человек, который это делали, их можно посчитать там, ну, сотни всего, там, сотни, да, их немного. То есть, в ФК, если на список зайти, ну, на сайт, допустим, зайти в список, смотреть третьи данные, там их немного, ну, там, сколько-то сотни человек. Ну, есть еще и кошки, то есть, ну. Из-за этого они уже в возрасте? Ну, как правило, да, потому что, ну, допустим, в ФК ограничивают, 14 лет это максимум зеленый полис, то есть ты не можешь. Раньше 14 лет получили зеленый. Раньше можно было пройти, сейчас, ну, ограничить. А раньше вроде на сдаче пояса, если ты знаешь все от 10 года до синего, можно было сразу синего, то можно сразу. Я сдавал с 10 по синий сразу же. Это было в один день, но это было в 90-м году. Это еще было 30 лет назад, понимаете? И тогда не было ни пособий, ничего. Там самая первая была книжечка, которая выпущена была, она черная такая. Вот такого размера черная книжечка. Вот. Потом пошли номера 1, 2, 3, 4, вот эти номера. То есть у нас не было, мы очередь записывались посмотреть на много-много как бы человек вперед. То есть не было. Вот паспорт первый был вот такой, голубенького цвета, как этот, и он такой стирался. Как бы. Это сейчас это не глянцевые такие вот хорошие цвета, как бы, да? А первые стирались как бы вообще совершенно. Графы там были совершенно другие, прорези это не было, у меня самый первый лиц, который вообще в России остался. Ну вот такая штука. А потом как бы ввели ограничения, один экзамен, один пояс. Между поясами должно пройти непрерывно определенное количество тренировок. А все это прописано сейчас в экзаменационных требованиях Международной Федерации Карате, ФК, Федерации Кёкусинкай, России, ФК. Вот здесь все требования, с 10-го клуба, третий дан. То есть открываем третий дан. Один, два, третий дан. То есть это последний пояс, когда присуждается за технику. Смотрим кадр. Претендент должен представить письменное, не на русском, английском языках, исполнить собственный кадр. Объяснить, что это такое кадр. Ну, мы не будем представлять в письменном виде, нужно будет сказать название кадра. Что оно значит, что символизирует. Минимум 10 движений. Все, остальное ваша творческая работа. Сделать нужно будет два раза, чтобы не было, чтобы вышли, осы пошли там, часть спина на первого, короче, а потом закончили, короче, это самое. Да. По-хитрому сделали такой блок-удар, короче, блок-удар. Тут прошли длинную дорожку там, с какого-то там, другого ката, короче, а концовку как там взяли там это самое. Ну, пикнули там, допустим, с тайкёку третьего. Импровизация. Начал тайкёку первое, короче, длинную дорожку назад, тайкёку там, допустим, сам закончил и все. Но это не изобрести, это более яркий, короче, причем жесткий такой. И если так сделать, это будет проявление неуважения к человеку, поскольку вы считаете его очень глупым, недалеким. Поскольку допускаете мысль, что можете таким образом нести его в заблуждение, он поведется на это. То есть это с точки зрения серьезных людей, это оскорбление не будет. То есть, кроме этого, надо еще уважать себя. То есть, и в поступках ваших, как то вы делаете, и, соответственно, в том, как вы это все делаете. То есть надо уважать себя. То есть, наследует на пятницу такое задание. Времечко сейчас у нас 18:49. Мне интересно, Анатолий Викторович, интересно, какое он как сделал? Они снимают как-то? Ну, за последние три года у меня есть, я должен был показать, но мы много забыли дома. Евгений Мавро, видео я закидывал, авторская карта на третий дан, на стене посмотреть там. А, Игорь Ленов, не Мавро или уже нет? Любимого Игоренова. Его карта есть на третьей донатовской. Остальные можно посмотреть видео записи от нашего сообщества. Да? Видео включаете, там видеоальбомов штук так 400. В каждом там где-то по 30, где-то 150, где-то там, 500 видео. Как, ну, то есть большой подбор. Просто набирайте там, короче, авторская карта.
книге, либо на стене в поиске, раз авторская карта, хоп, и выберите. Или станете смотреть карту, там можно посмотреть. Вот такая штука. Вот почему я не сплю вообще. Поэтому хорошо, когда можно словить у нас задание тренера, да? Ну, а ты подумала, что в случае, допустим, когда ты словил на тренера, как бы, что ты не спишь? Нет, ну, я не сплю, потому что я сижу в ТикТоке. А если он будет виноват, значит, как бы, я сижу в ТикТоке и жду, когда Google фото наконец-то загрузит мои фотографии. Чтобы потом худеть. Да. Я 2 часа взяла, он еще 56 объектов не загрузилось, у меня уже еще 20 новых видео. А ты скачиваешь, чтобы там удалить? Да. Это можно было бы на по-другому как-то сделать. А к чему такое решение, откуда скачать и удалить? Ну потому что мне эти видео нравятся, но они мне мешают искать в галерее важную информацию. Ну, по альбому расстоянию. Я прошла этот этап, где я качала все видео в ТикТоке, потому что мне все нравилось. Я такая, ладно, фиг с ним, закину в избранное, а потом посмотрю. У меня нет избранного в новом ТикТоке. Чего? Давайте. ТикТок не будем обсуждать, как это немножко не относится к нашей тематике. Слушай, ну там вообще. Пока так как бы задание поняли, да? Российское дело. Ну, смотрите, да, Сюсюку, Галюм, Саибай. То есть до черного пояса, кроме пятого финала и Сахи, вы знаете. То есть мы их изучим раз. Потом нужно будет Канкудай, Дюксайсё, Сэйнти, Пинан, Сону, Ити, Форму, Ура. А мы делаем Пинан. Да. Ну, посмотрим, правильно ли он делается, как бы так или нет. Сусихо, Галюс и Пай. И как бы у вас как хочется. Но это не значит, что если вы выучили рисунок, что вы знаете как. Это не идет как-то. То есть это просто рисунок. Надо. Вы сейчас рисунок выучили. Сейчас надо вам вспомнить, где там делается ОС. Там и там. На дорожках. В каких местах. Вы должны это понимать. Вы должны запомнить, какие кадры с какого положения начинаются. Нет или спустя. Некоторые лиц усуми дайте. Вот это надо запомнить. Запомнить надо ритмику. Ос-ос, ос-ос, либо ос-ос, ос-ос. Ну, то есть в каждом ката есть ритмика. Вот там черная флешка. Там еще кадр. А? Там кадр песенки. Да, то есть песенка. Александр Иванович может попросить как бы исполнить песенку на свое ката, и вы должны ее исполнить. Кому надо, в нашем сообществе озвучены лидер палочек. Между ним все есть. Кёму Солонич, НИ. ОС, 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 ШИ, ОС, 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 ОС. Геннадий Солонич. ОС, 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 ОС. И не ошибиться здесь надо. Ритмику нужно, чтобы это вы тоже знали. Раз. Ну и, соответственно, все остальные критерии, такие как. Есть еще важные. Где-то мы в точку возвращаемся назад, а где-то нет. Вот это тоже надо знать. Покатаемся? ОС. То есть такие вот сложности. Вообще. Так, выключил. Все. Третий. Вот такая ситуация. Ос. Еще раз хотел попросить, то есть, когда вот эти решения принимаете, принимайте их достойно. Слабо защищайте, его не бросайте. Смотрите, справедливость внешне. Кто там уходит в приседание, говорите об этом. А не так, что это не я, как-то там судья, поэтому как он уходит. В какой-то другой ситуации то же самое. Покатаем? Ос-ос. Ос-ос.
Шаманди. Рей. Оз. Симпани Рей. Оз. Симпани Рей. Оз. Кахани Рей. Оз. Ну вот такие ладно. Живите достойно, ошибок не совершайте. Дорогу приходите на зеленый свет. Кушайте. Оз. Оз. Молодец, не сдался, старался. Да, а мне стоит что-то ловить на чумане, смотрите.